Мы едем в Бристоле. Мы еще не едем с Бристоле. Надо договариваться. Кафе, в котором играл когда-то Джимми Хендрикс. Вот здесь какой-то музыка о том, что вообще здесь происходят какие-то джазовые вечера. Держит кафе девушка, которая приехала из Чили 5 лет назад. Вот такое оно смешное. Сарайка. Ездили поезда, потом сделали велотрассу. Мы так и выйти не знал место нашего оси. Вот такая история. Поскольку трасса — это бывшая железная дорога, здесь есть и сигнальные домики на переезде. Там старая платформа и зал ожидания, переделанный в чайную комнату. Вот такая вот станция, сигнальный домик в армии. Нейроботы, канал, старые магистрали, там остался БАД, остался, мы уже выехали еще здесь, да. Там вдалеке красота, но мы не снимали особо много, вблизи не очень красота, а здесь новые магистрали. Ниже уровня воды канала. Ты что-то хотел добавить? Ты все уже меня похитила, кстати. Извините. Старые магистрали и новые магистрали.
Канал. Канал, очевидно, на мосту. Под мостом. Река. И железная дорога. Потрясающе. И сейчас мы стоим на реке, над которой идет мост для канала. С 1700 какого-то года. И сейчас я пойду и попробую не навернуться здесь. Конечно, что? Правильно, пап. Там коровы, река, канал. В каком году это было построено, ты сказал? 1780 по 1800. Товарищ, а потом Брунелем пробурили железную дорогу под этим в 1850. А бурлил дорогу Брунель. Бурлил Брунель. Да. Так вот, в поисках, как это назвать? Неземного разума. Да. В поисках кругов на полях. Круги на полях, наверное, как? Мне кажется, я слышу Малдера. Малдера? Да. Мы, значит, вот так поднялись в гору, и теперь мы идем через какую-то крапиву и клевер. А впереди нас группа лунитунсов каких-то смешных.
идет. А что это за палочки у них были такие, которые крутятся? Не знаю. Круги. Ладно, ребята, они там будут сейчас магнитное поле замерять. Крутить палочки. Да. Выглядит на подходе. Здесь не видно, там вот вдалеке. Ой-ой-ой. Вдалеке уж тоже не видно, может быть, за травой. Есть белая лошадь, нарисованная на холме из лесника. Не нарисованная, прокопанная, наверное. Там группа исследователей кругов на полях с магнитными палочками. А вот, собственно, и новый круг. Его даже видно уже отсюда. Как полезно бывает с незнакомцами общаться на остановке? Если они не пытаются тебя обчистить, наверное. Это не остановка была, это он просто присел тоже отдохнуть напротив чайной. Ну, я не знаю, но он прям специально сюда приехал, чтобы посмотреть на новый круг. Мы бы вот такие подорвались бы, такие, так, новый круг на полях, надо ехать. Вот эти господа точно подорвались. Расчехлили, значит, они свои магнитоуловители, не знаю что. Магнитоскопы? Магнитоскопы. Вот, кстати, отсюда вождь видно, но, наверное, на камере не будет очень далеко. Есть, по-моему, как раз недалеко от нас, в Кенте, может быть, может, я путаю, типа такой лошади, мужик с дрыном. Я никогда бы не подумала, что я пойду смотреть круги на полях. Потрясающе, он играет на каком-то инструменте. У тебя впечатления? Я просто в шоке. Меня пронизывает энергия инопланетян. Едем мы, значит, едем по этой дороге. Приезжаем сюда, а тут грибочек. И джентльмен там копошится. Шумит как раз, который этот грибочек сделал. Как тебе грибочек? Восхитительно. Сказал мастеру. Оттуда мы приехали. Яблони. Такие красивые дома. Интересно, здесь, чтобы на автобусе доехать, есть автобусные сервисы. Звонишь, и в определенное время тебя забирают. Но это может быть социальное такси? Похоже на то.
Thank you.
ехали-ехали, подъезжаем уже к М25, это окружная Лондона. И тут вдруг на полях куча оленей. Шугаются от нас.